Компания Mirai Cruises, ведущий турецкий оператор круизного отдыха, отмечает год со дня старта круизов лайнера «Астория Гранде». Морской круиз привлекает российских отдыхающих и путешественников своими уникальными на сегодняшний день услугами. Из порта Сочи без визы можно отправиться в турецкие курорты на неделю, погрузившись в атмосферу беззаботного комфорта. Кроме того, на борту предоставляет русскоязычный сервис и возможность оплаты услуг картами российских и турецких платежных систем. За год работы этот морской бизнес показывает отличные результаты. Судно совершило 31 рейс, преодолело 41 тысячу морских миль и подарило незабываемое впечатление 20 тысячам туристов. Загрузка каждого рейса в среднем составляет 70-75%. Больше года назад Портньюс впервые анонсировал начало регулярной работы круизного судна «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. И действительно, судно уже целый год успешно перевозит российских туристов. Сегодня и мы отправимся в морское путешествие на «Астория Гранде». На лайнере применяются все необходимые меры безопасности для того, чтобы гости чувствовали себя комфортно и защищенно на протяжении всего круиза. «Астория Гранде» оборудована современными системами навигации, спасательными средствами и стабилизаторами откачки, что гарантирует полную безопасность и комфорт для каждого пассажира. Регулярный рейс подразумевает четкую работу с сервисными компаниями в каждом порту. Капитан судна Кеннард Козы рассказал нам, что полностью удовлетворен организацией судозахода как в российских, так и в турецких портах. Оба, скажем, порту у нас агенты и кто помогает нам, работа очень хорошо. У нас, скажем, за последний год не было никаких проблем ни одного борта. Нам повезло с погодой, и каждый турецкий город, куда прибывает судно, встречает нас ярким солнцем и полным штилем. Прямо сейчас происходит швартовка судна. Посмотрим, как работают турецкие швартовщики. Бункеровку судно выполняет в российском Сочи. Здесь и цены дешевле, и качество бункера отличное. Это уже зависит, какой маршрут, конечно, у нас и от погоды. У нас где-то 200 тонн за одну круизно, и бункеровка у нас в Сочи. Экипаж лайнера многонациональный, 18 стран. В работе команда судна следует международным законам и стандартам. Часто видите дельфинов? Да, сегодня утром видели. Да? Сколько, да. Много? Да, штук 10 было. Ничего себе. Да. А свой отпуск проводите на море? Да. У меня есть яхта, и я, да, дома тоже хожу в море. О чем мечтает капитан? Капитан мечтает один день брать свободное время и идти свою яхту вокруг мира. И отдыхать, путешествовать. «Астория Гранде» рассчитана на 1300 человек. А высокая заполняемость каждого рейса указывает на популярность круиза среди путешественников. Многие туристы делятся положительными отзывами, отмечая высокий уровень услуг на борту. Из собственного опыта путешествия по Черному и Эгейскому морям дарит множество незабываемых эмоций. И что особенно важно, чувство комфорта и безопасности. Несмотря на политическую обстановку, география круизов на «Астория Гранде» расширяется. Компания Mirai Cruises продолжает совершенствовать свои предложения. Предстоящей зимой судно, посетив Турцию, возьмет курс дальше. Проследует через Босфор курортом Израиля и Египта. Кроме того, в конце года по уже сложившейся традиции лайнер отправится в серию новогодних круизов. Турецкая компания-оператор верит, что туризм является мощным средством для культурного обмена и демонстрации взаимопонимания между странами и народами. Сабрина Мукфи специально для Портньюс ТВ.